Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ по пятому каталогу Faberlic, много новиночек, оставайтесь со мной до конца. Первое, что покажу, это водолазка. Водолазка из новой коллекции одежды Faberlic. Кто смотрит меня давно, девчонки уже видели обзор на вещи из новой коллекции. Если вы еще не видели, обязательно в инфобоксе оставлю подсказочку. И где-нибудь здесь вверху это трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины в размере 58. Подробно ее показывала уже в одном из видео, поэтому доставать не буду. Водолазка вот эта большемеря, девчонки, причем так, ну, на размерчика 2. Поэтому именно вот эту водолазку советую брать немножко поменьше, если вы хотите, чтобы она сидела как водолазка, а не как такая широкая кофточка. Так, поехали дальше. У меня в заказе две краски. Одну из них я взяла себе. Это Expert Color светлый блондин пепельный оттенок 8.1. Девчонки, я за последний год перепробовала, наверное, огромное количество красок для волос, особенно пепельных, светлых. И я поняла, что пусть она и чуть-чуть поджигает, но по стойкости она не сравнится ни с чем. Я даже брала последний раз краску Oriflame, тоже в оттенке 8.1. После третьей помывки головы просто уже волосы были желтыми и, ну, не стойкая, хотя классно, она классно, хорошо ухаживает. L'Oréal, Palette, все так далее, и в том же духе, пепельные оттенки, лучше этой краски, девчонки, я не нашла. Поэтому сегодня буду краситься и, скорее всего, сниму отдельное видео по покраске, оно выйдет следующим. И еще из линейки Salon Kia, тоже оттенок 8.1, потому что не было второго такого. У меня заказала на работе, она тоже все время вот знакомая красится в оттенок 8.1, и я взяла из Salon Kia на пробу. Посмотрим, что получится. Мне интересно, на самом деле, я взяла бы себе, но мне не хочется экспериментировать с волосами, а вы, мои хорошие, мне писали, что Salon Kia жидковато и не такая стойкая, я вам доверяю, поэтому останусь при своем эксперте, и не хочется пока мне Salon Kia краситься. Дальше из линейки Дом Faberlic. У меня заказали вот такое средство для мытья посуды с малиной. Вы прекрасно знаете, что они у нас 0+, что они у нас гипоаллергенные, что они у нас безопасные, да, и можно даже соски мыть и так далее. Малинка пахнет восхитительно. Артикул малинки 111,95. Я хотела взять и себе, девчонки, потому что у меня кончается средство для мытья посуды Faberlic с углем, но решила повременить, потому что сделала такой вывод, да, когда я нахожусь на работе, и у меня нет контакта со средством для мытья посуды Faberlic, у меня руки не сохнут. Стоит мне прийти домой, помыть пару раз посуду, все, у меня руки иссушаются и аж трескаются от сухости, и практически ничего не помогает, да. Поэтому я отставила средство для мытья посуды Faberlic в сторону, купила Фэри, который там заботится о ручках, и вот уже 4 дня моего эксперимента, и пока с руками все нормально. Но я буду дальше смотреть, наблюдать, и обязательно потом поделюсь с вами, потому что, ну, у меня сложилось впечатление, что оно дико сушит руки, поэтому я пока, девчонки, его убираю в сторону, хотя во всех других планах оно меня очень устраивает. Я вам не сказала артикулы красок, да, 8.1 экспертовская краска 180-43, 8.1 Salon Kia, 82-72. Поехали дальше. Так, еще два продукта из серии Дом Faberlic. Это два кондиционера для белья. Я взяла именно два в одном. Ароматерапия устраняет неприятные запахи. До 30 стирок у нас заявлено, хватает вот этой бутылочки. Первый аромат орхидеи кашемир. Ой, как классно пахнет. Вообще супер. Такой ярко выраженный на самом деле аромат, гораздо ярче, чем в старом исполнении, да, у нас практически всю серию Дом Faberlic обновили, новые этикеточки, новое такое исполнение, очень, кстати, мне нравится. Артикул кашемира 118.50, рекомендую, запах классный. И второй аромат, это дыхание Прованса, тоже он два в одном, тоже ароматерапия. Здесь, девчонки, я четко чувствую запах лаванды. И она какая-то такая с лекарственной ноткой, что ли. Если честно, мне не очень нравится. Ну ладно, что делать? Какой-то вот одушка какая-то аптечная. Не знаю, как объяснить. Артикул 118.52. Кондиционеры Faberlic мне нравятся безумно. Перепробовав кучу и сравнив со многими из масс-маркетов и так далее, мягкими и шелковистыми, мягким и шелковистым мое белье делают вот только кондиционеры Faberlic. Настолько, до такой степени. Да, полотенчики... Постельное белье, все удивительно мягко, поэтому мне очень нравится. Они работают, они действительно работают.
Девчонки, взяла, не удержалась, конечно же, новинку. Это карбокситерапия. Первый, второй и третий шаг. Была приятная акция при покупке всех трех средств на последнем шаге заказа. Да, обратите внимание, срабатывала хорошая скидка. Когда вы сначала добавляете в корзину и смотрите на первом, втором шаге в корзину, цена не меняется. На последнем она меняется, вы это увидите, не пугайтесь. Первый, второй шаг у нас идут совместно в одной коробочке. Очень симпатичный, кстати. Здесь увлажняющий бальзам, гель-активатор. Гель-активатор углекислого газа, СО2. И третья коробочка, это у нас кислородная маска. Тоже симпатичная такая коробочка, способ применения. Все, я, девчонки, думаю, что мы с вами в отдельном видео все это протестим, да, карбокситерапию. И посмотрим, как она работает. Здесь все запечатано скотчем, как назло, нет рядом ножниц. Оторвала. 0294, код первого и второго шага. Вот мы так по кодам и добавляем, да, кто хочет взять полностью систему. И 0295, это артикул третьего шага, последнего. Смотрите, как тут все упаковано. Один флакон розовый, я так понимаю, другой голубой. Прикольно. Достаем. Смотрите, как здорово. Подставочку эту. И вот они, наши тюбики. Да, один такой розовый, другой голубой. Они, конечно, похожи, но немножко разные, да, чтобы не перепутать. По отдельности скажу вам артикулы. Артикул первого шага 0294, артикул второго, тоже 0294. То есть они у нас будут, девчонки, получается, продаваться только в комплексе два шага. И здесь в коробочке еще лежит инструкция, как все это дело применять, я так понимаю. Небольшая такая для первого и второго шага. И третий шаг, давайте посмотрим, как у нас упакован. Он просто лежит в коробочке, да? И выглядит вот так. Симпатично. Мне так нравится расцветка. Так что, девчонки, не будем на этом долго зацикливаться, смотреть структуру средств и так далее. Я сниму отдельное видео сегодня обязательно. Мы с вами вместе все это проделаем, посмотрим и поймем, надо оно нам или нет. В пятом каталоге хорошая акция на мой любимый бальзам для стоп, гладкие пяточки. Я взяла, конечно, два. Там, по-моему, при покупке двух срабатывали желтые ценники. Артикул его 1661. Я обожаю, я уже много раз вам говорила, вы практически в каждом моем заказе видите эти средства. Они у нас приходят запечатанные в тубе. Смотрите, здесь такой пластиковый ограничитель, да, то есть никто до вас не вскрывает. Это спасение для моих сухих рук и просто блаженство для моих ног и стоп. Проработали пемзы, да, после ванны, ножки, помазали вот этим вот средством и все в ажуре. Мажу через день, наверное, да, после ванны. И раз в две недели прохожусь пемзой и все, пяточки как у младенца. Вот такая структура, довольно густая, вы знаете, как бы гелевая, да, очень густая. Я обожаю, девчонки, это средство, просто для моих сухих рук это находка. Некоторые девочки даже писали, что и для тех, у кого сухая кожа лица, оно тоже прекрасно работает и на коже лица, поэтому я не удивлюсь. Запах приятный, классный, в общем, все в нем хорошо. Кто еще не пробовал, кто страдает сухостью рук так же, как и я вам очень рекомендую. 99 рублей, по-моему, цена по скидкам. Супер. Из серии Dom Fabergé взяла два освежителя. Первый у нас это тропический бриз и второй антитабак. Мне очень нравится антитабак, как пахнет, не с целью устранения табака, да, а просто потому, что приятная цветочная парфюмерная душка, которая каким-то образом перекликается с вот этим, кстати, кондиционером «Орхидея». Есть очень похожие нотки. Так, и второй тропический бриз. 100 лет его, девчонки, не брала, даже забыл, как пахнет. Ну да, он свеженький, свеженький, и тоже есть какие-то схожие нотки и с этим. Артикул антитабак 113.29, артикул бриз 113.26. Сейчас они тоже идут у нас по хорошей очень цене, мне хватает их надолго. Я ставлю один в комнату, какой мне хочется, второй ставлю в туалетную комнату. Да? Они безопасные, они водные, у них есть прекрасная заглушечка от детей, если, не дай бог, они у вас будут стоять в доступе, и детки могут взять, и вы боитесь, то есть очень удобная заглушка здесь. Так что тоже всегда брала, как бы, буду брать, очень нравится. В Фаберлик клубе, по-моему, девчонки, взяла Каял. Каял ультрамодерн, наверное, у нас он называется. Не помню даже, за сколько баллов, за смешные какие-то баллы. Там было, по-моему, три оттенка, бирюзовый, еще какой-то, и вот этот вот светленький, такой молочный. Взяла с целью подводить нижнюю слизистую, да, и, возможно, как-то бровку прорисовывать по контуру. Ну, такие карандашки, они вообще лишними не бывают. Вот так он выглядит. Это такой, знаете, светло-молочный оттеночек. Я сейчас вам сделаю сводчик и покажу поближе. Мне кажется, балл 10, ну, не 10, наверное, но 15-20 этот карандашик стоит, как бы немного совсем.
ли. Вот, девчонки, как он выглядит. Вот сводчик, очень красивый такой, нежный цвет приятный. Всегда в макияже такой оттеночек пригодится. Вот сам карандашик, да? Я, конечно, не знаю, девчонки, получится ли у меня под водителем слизистую, потому что он достаточно твердый. Вот в Эйвоне карандашик последний брала тоже такой светленький. Они как-то помягче. Ну, попробую, посмотрим, что из этого выйдет. В принципе, нет. Вот хорошо рисует, да, на коже. Рисует. Посмотрим. Поехали дальше. Так, что же у меня еще в заказике? Зубная паста. Две заказала, одну уже у меня забрала соседка. Они, по-моему, тоже были по желтым ценникам при покупке двух, или просто они были по 69 рублей. Это смешная цена для хорошей зубной пасты. Мне очень не нравится Фаберлик. У нас в данном случае детская зубная паста кошка манго 6+. С манго это моя любимая. Прям они приходят запечатанные. У меня всегда в запасе по 2-3 стоят. Они должны быть, потому что не каждый каталог на них бывают акции. Манго-манго, она прям манго-манго. И такого же цвета, и такого же запаха потрясающе. Очищают эмаль хорошо, зубки белые после использования. В общем, к пастам вообще никаких нареканий. Советую, рекомендую. Взяла, девчонки, два геля для душа. Один облепиха, второй двойное увлажнение, кедровые орехи и ежевика. А здесь питание у нас облепиха. И я уже на пункте выдачи не удержалась, понюхала. Это прям живая облепиха, натурально. Это такой сказочный аромат, это такое райское наслаждение. Для тех, кто любит облепиху, это настоящий запах облепихи, никакой, ни в коем случае не химозный. Я в диком восторге. Мне в видеообзоре каталога кто-то из девчонок, к сожалению, не помню, написал, посоветовал взять именно облепиху. И за это вам огромное спасибо. Я просто кайфую. Это такой балдежный аромат. Гели для душа Ботаника не очень дорогие, поэтому я в следующем заказе себе обязательно еще возьму облепиху. Буду переливать и пользоваться как мылом для рук жидким. Мне хочется этот аромат ощущать постоянно. Артикул облепихи 8757. И артикул ежевики и кедровых орехов 8758. Здесь такой запах парфюмерный. Я не чувствую ни ежевики, ни кедровых орехов. Просто какая-то парфюмерная душечка такая. Приятная тоже. Приятная, свеженькая, весенняя, зеленая. Неплохой запах тоже. Но облепиха меня просто покорила. Хотела заказать батончики, да, и когда полезла на сайт протеиновые новые, то уже, вы знаете, многих не было в доступе. А я делала заказ в начале первого, прям в ночь с воскресенья на понедельник. Не было. Значит, уже в прошлом каталоге VIP разобрали, и до поставки, получается, не было на нашем складе. У меня центральный склад, Москва. Я взяла один, потому что цена у них совершенно небюджетная, и на постоянной основе я их брать не буду. Взяла только, чтобы показать вам, попробовать, так сказать, почитать состав. Протеин 21%, и у меня коллаген почему-то написан, не знаю. Я забыла, с чем я, с фисташкой или что-то такое в этом роде. Тут даже не написано на нем. Сейчас мы найдем с вами состав. Фисташка, да. Ой, девочки, тут такой огромный состав, тут много витаминов. Я вам сейчас просто покажу поближе, а вы, если что, нажмете на паузу, кому интересно, и почитайте. Но я уже вижу, в принципе, что здесь микроэлементов очень много, и много витаминов, правда, в самом конце. Вот, девчонки, смотрите состав. Вот тут еще энергетическая ценность. Ой, но калорий, в принципе, тут так приличненько. Витамины. Предлагаю вскрыть его и попробовать, вообще понять, надо оно или нет, потому что за одну вот такую маленькую конфетушечку 99 рублей по каталогу, 70 с чем-то, это очень дорого. Он вкусный. Он реально вкусный. С фисташкой, он внутри зеленый. Я что-то наподобие пробовала. В Пятерочке, по-моему, есть похожие батончики. Невкусный, девчонки. Он правда очень вкусный. Прям вообще супер. Но за такие деньги я больше брать не буду. Заказала уже в третий раз свою любимую тушь. Это у нас линейка Glam Team. Артикул 5248. Extreme называется эта тушь. Сейчас, девчонки, вскроем. Моя уже начинает подсыхать. У меня получается где-то на два каталога хватает туши. Вот, и каждый третий каталог я обновляю и беру себе новую. Это уже по счету третья. И нет ей равных, девчонки, и достойных. Действительно, в структуре этого геля, который внутри, там гель, есть что-то, что сильно удлиняет ваши реснички. Просто хлопай и взлетай. Вот как выглядит кисточка. Силиконовая, обычная, очень удобная кисточка. Мне нравится, как она прокрашивает реснички во всех уголках, все прекрасно. А как она смотрится на глазах, вы можете увидеть сейчас. Хоть я и своей старой, да, накрасилась.
Но тем не менее, она уже не так круто удлиняет, как была, как когда новая она была, да? Но вот тем не менее. Так что, девчонки, кто любит удлинение ресниц, я вам очень рекомендую присмотреться к этой туши. Мне даже не хочется пробовать что-то новое. Я от нее в диком восторге. Иногда девчонки спрашивают у меня, где я наращивала ресницы. Их никогда не наращивала, не собираюсь. Зачем? У меня есть такая восхитительная тушь Фаберлик. Шестой каталог уже. Здесь тоже будет очень много новиночек. Будем с вами его вместе обязательно листать и смотреть. И у нас будет классная акция для новых покупателей в шестом. Вообще супер. Тут даже можно подумать, зарегистрироваться, может быть. Косметичка вообще супер. Из линейки Glam Team тоже получается. Очень красиво, стильно смотрится. Помада из линейки Glam Team. И тушь только не такая, как у меня, да, а светленькая, которая не силиконовая, кисточка с обычной. Ну, классный подарок, супер вообще. Если вы еще не зарегистрированы, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, тогда я буду вашим личным помощником на протяжении всего нашего совместного пути в Фаберлик. Ну вот и все, мои хорошие, весь мой заказ. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Люблю, целую. Если была вам полезна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Очень скоро выйдет видео, где будем тестить вот эту систему. Всем пока-пока.